Там такой огонь просто. Все, ну, смотри, там прямо потоп. Я Богородицу. Это потому что я Богородицу была. Руками, я художник уличный, не руками, на тротуарах и стенах. Нет, мне просто... нет, сейчас мы не можем. Ну не сейчас, я имею в виду вообще. Как-то... Ну не знаю. Ну ладно. Ну, зайдите в группу. Блин, я же мог написать вам. Ну, по ВК. ВК, группа. ВК. Ну. Блин, здесь обновилось. Слэш. Подожди, ну, есть... а где я писать надо? Я вообще все забыл про ВК, но давно. Короче, ну нажми где. Ну, можно я. Что у вас? Ну, где поезд где? Да мне. Не кажется, мы сегодня вернемся без всей своей техники. Да. Не, у меня есть. Ой, тебе повезло. У меня вот и не подожди, у меня хорошо. Прямо не хочу. Ты же кого-то. Я сейчас на улице. Вон, у него велик. Нет, мы сейчас в магазине стоим. Просто если вот да, здесь откроется, зарядник где? Мы просто... То, все это... Мы просто пошли, и там по дороге везде. Вообще жесть. Это хорошо, что мы... Ну, магазин рядом был. Ну? А то мы сейчас... Ну, мы можем до Сбербанка добежать, вот, а потом до Сбербанка немного... Ну, просто пишу сообщение группы. Сообщение группы. Я короче, на руками пейзажи. Там, там короче, иные пейзажи. У него во дворе. А у меня нет. Мучите со мной кровися. Ну как, желаем вам удачи. Если что, когда-нибудь я буду рад. Я хочу пойти просто танцевать, я... Моя мечта рисовать, тоже я... Ну... На стене... Просто руками. Я... Если бы вы составили компанию, я бы поставил там... Ну, ладно.
Thank you.